Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Так, Афины... Нет, Париж, Афины, Рим, Барселона. Well, let's see the result. Дюблин. Конечно, первые должны были в Афинах быть. Ладно. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have three lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Best of luck. Сколько минут в четверти часа? That's the correct answer. You've got 100. Все такие вопросы были. You might as well play it. Here it is. Все б миллионерами были. Какой империей правил Цезарь? Юлий Цезарь. Римская. Well done, that's the right answer. You've had no problem so far. Да пока все хорошо. В какой стране не проводятся представительные теннисные турниры? Я думаю, что в Израиле. It's up to you. That's the correct answer. Well done. Точно. $300. You might as well play this. Эндрю Ллойд Уэббер написал в 1980-х мюзикл «Звездный», я думаю, «Странник». Ну, спросим у зала. Are you sure you want to use the Ask the Audience lifeline? Да, я уверен, что хочу помочь. Let's hope the audience can help you. All vote now. Ну, я думаю, странник, а зрители им виднее. The audience have gone for D. Нет, экспресс. Uh-huh. That's the right answer. Ладно, спасибо зрителям. This is the last point that you could win nothing at all. Чем играют в сквош? Клюшки, палки, ракетки, биты. Что такое сквош, вы мне скажите? Я так думаю, что играют в сквош. It's your choice. Ну, это хоккей. Это теннис, это бейсбол. Значит, палки. Ух! That's the wrong answer. Неправильно. The right answer was D. Блин, ракетками. You walk away with nothing. Выйду нахуй. Ах!
нравится мне, когда он говорит «Nothing». Очень созвучно. Ну ладно. Бог любит Троицу. Придется три раза сыграть. Ладно. Так, миллионер. Вперемешку тут получается, да? Ну хорошо. Самый первый выпуск в 98-м году. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Давайте. Так, города по убыванию числи. Так, Даллас, Орландо, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Well, let's see the result. А, по убыванию. Я правильно расположил, только я по нарастанию. А тут по убыванию надо было. Вот еще раз скажу, вот вам ЕГЭ, эти тесты, вот не поймешь, и все. Answer the next 15 questions correctly, and you'll win a million. There's no time limit, and you have three lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Правильно ответила, так? Есть, конечно, огромный минус в этих... Lots of luck to you. ...компьютерных тестах. В каком музыкальном стиле работает Eminem в рэпе? That's the correct answer. Well done. You've got 100. В рэпе. You might as well play this. Какую часть тела обычно затрагивает варикозное расширение вен? Ухо. Нос. Спина. Ну, конечно, нога. That's the correct answer. Давайте все такие вопросы. You might as well play it. Here it is. Как называется столица французской Гвинеи? Бефстроганов, майонез, божуле. Конечно, Каенна. That's the right answer. Congratulations. Congratulations. You've had no problems so far. Да, мне бы 300 баксов сейчас. Это было бы классно. Зоологическое название какого животного? Пантера тигрис. Леопард, лев, рысь, тигр. Конечно, леопард. Mm-hmm. Что ты... I'm afraid that's the wrong answer. Что, тигра? The right answer was D. Unfortunately, you've won nothing. Nothing. Короче, так просто. Но это потом. Просто. Ну, ладно. Так, попробуем третий раз сыграть. Я пока дальше, по-моему, 2000 не доходил. Так, шоу показывают в 120 странах. Ясно. Прическа у него. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire?
Let's play. Да я не хочу миллионером стать. Так, виды транспорта. По порядку их появления. Колесница, велосипед, судно и реактивный самолет. Well, let's see the result. Ух ты! Оказывается, реактивный самолет появился раньше судна на воздушной подушке. Интересно. Будем знать. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have three lifelines to help. Спрашивает нафиалом. Let's play знания. Who Wants to Be a Millionaire? Да вот как на фиал, чтоб миллион выиграть. Так бы знал. Lots of luck to you. Знал бы, выиграл. Чем каждый год более 100 миллионов туристов занимаются в Альпах? Рафтинг, не знаю, что это такое. Ребли на байдарках. Виндсёрфинг. Цирк. Юмористы. That's the right answer. You've got 100. Катаются на лыжах. Не, на байдарках. You've had no problem so far. По горам гребут. Какая из этих стран севернее остальных? Иран, Ирак, Индия, Исландия. That's the right answer. You might as well play it. Here it is. Как по-другому называется большая кошка, иногда называемая кугуаром? Nike, Adidas, Reebok, Puma. That's the right answer. Congratulations. Да, такую кошечку. Защитница была. You might as well play this. Получше собаки. Актриса, сыгравшая дурнушку Бетти. Азия Феррера, Америка Феррера, Антарктида Феррера. Ну, конечно, Анатолия. Oh. Unfortunately, that's the wrong answer. The Америка right answer was C. Ну, sadly, you've ended up with nothing. Не славянская эта игра. Не славянская. Поэтому, наверное, пока выйдем и до следующих попыток.